quadrelli. Porta. Все участники ежегодной республиканского фестиваля туризма. Приветствуем всех в культурно-развлекательном центре Муз-Хая и поздравляем всех гостей, участников с этим знаменательным днем. С праздником туристов! Представляется заслуженному путешественнику России, уважаемому Георгию Ивановичу Цыпанину. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием ежегодного фестиваля туристов нашего праздника. Поздравляю всех матерей, Днем Матери. Да, и хочу еще раз отблагодарить Егора, нашего любимого Егора Петровича, за предоставление этой площади. И осенью этого года перестала биться сердце нашего друга Сергея Юрьевича Осипова, председателя Федерации спортивного туризма Якутии. И прошу помянуть минутой молчания. Кто я? Я думаю, что непройденные маршруты Сергея пройдут его друзья, его ученики. Сейчас, с вашего разрешения, я задобрю духа огня. Спасибо, Георгий Иванович. Добрый.
дорогие туристы. Спасибо еще раз. А сейчас дорогих наших гостей и туристов поздравляет заместитель председателя ЯРО «Опора России». Кто знает имя? Правильно! Левоков Трофим Савич. Добрый день, дорогие друзья! Я по поручению Егора Петровича и Якутского регионального отделения «Опора России» поздравляю вас с этим прекрасным событием, ежегодным фестивалем туризма. Я сам лично здесь несколько раз побывал. Здесь собрались самые активные, сильные, красивые и целеустремленные организаторы и любители туризма. Сегодня также нам приятно видеть ветеранов туризма, которые здесь пришли. И мы видим самых молодых, юных, будущих наших активных туристов. Еще раз хочу вас этим замечательным днем туризма поздравить от лица от себя лично и от регионального отделения. А также сегодня Всероссийский день матери всех красивых наших женщин, девушек поздравляю, будущих мам, поздравляю их прекрасным праздником. Ну, хочу немножко добавить, что вот туризм в последнее время развивается у нас в республике. И «Опора России» вот, недавно, весной, внесла свои предложения по нашему городскому парку, да, чтобы там организовывали туристические мини-маршруты для мам с детьми, чтобы, как говорится, с молоком матери наших будущих малышей приучить к туризму, чтобы наши городские дети потом оттуда выросли, потом начали хотя бы вникать и активно посещать туризм выходного дня, и дальше развивались, и увидели бы и дальше посмотрели бы наши прекрасные полноводные реки Якутии, красивые горы, любовались природой. Все мы знаем, что количество жителей планеты превалило за 7 миллиардов человек. Поэтому самое такое прекрасное место, непроводная природа, осталось у нас в Якутии. Я думаю, лет через 20-30 мы будем здесь прирезать ленточку, открывать шлагбаумы, чтобы иностранные туристы заходили, смотрели нетронутую природу, и будем собирать, как говорится, за это деньги. Да? Поэтому надо сейчас организовываться, все маршруты надо по Якутии организовать, активно с помощью наших активных организаторов туристического бизнеса пропагандировать туризм по всему миру, не только по России. И вот на лице нашего Министерства предпринимательства тоже активно вот это надо продвигать. Если не мы, то кто? Еще раз с праздником! Ура! Запевала наша незаменимая Галия. Итак, аплодисменты! Не подпеваем нужно. Иди, гитары желтой, ты обнимаешь нежно. Oh,
уважаемые спасатели. Под ваши бурные аплодисменты давайте их встречаем. Далее у нас идет от службы спасения Василий Александрович Куляевский. Пожалуйста. Давайте я дополню немножко. Кирилл Прокоп Прокопич, заслуженный спасатель Российской Федерации. Андрей Владимирович, как сказали, председатель Московской Федерации комиссии. Ну, а я как бы функционер службы спасения тоже занимаюсь подготовкой кадров туристов. И в конце я сделаю объявление по поводу как раз этой подготовки. А сейчас слово Прокоп Прокопович предоставляю. Дорогие друзья, я сегодня очень волнуюсь, что наши ряды молодеют, наши ряды умножаются, наши походы становятся все качественные, все продолжительные и увлекательные. Но в этом году я рад, что ни одной чрезвычайной ситуации не было. И все уже совершили свои путешествия в срок. И радостью, что вы нам служите спасения, сообщения, то есть подтверждения по окончании вовремя передаете. Поэтому вам большое спасибо. Еще я хочу сказать, что присоединяюсь перед многими выступлениями с поздравлениями праздниками, но я это верю, что каждый год стал традиционным, чтобы встречать и на открытие сезона большой туристом с легкой встречами. Желаю вам без прошествия походов, путешествий и здоровья. Еще раз здравствуйте. Сказать, конечно, хочется очень много, и с точки зрения службы спасения, и вот МГК, но мы ограничены все во времени, поэтому постараюсь быть очень коротким. С радостью смотрю в зал и вижу, что с каждым годом народу все больше и больше. И прекрасно понимаю, что наконец-то туризм, как его раньше называли, самодеятельный. Вот именно в самодеятельном сейчас состоянии и находится. Почему? Потому что людей очень много новых секций, очень много различных объединений по интересам возникает. Но никто почему-то не обращается. Значит, ни в Федерацию спортивного туризма, ни в маршрутно-квалификационную комиссию. Значит, поэтому могу сказать одну печальную новость. По МКК за прошлый год заявилась и, значит, защитилась только одна группа. Одна группа на всю республику. Я не знаю, что мешает людям заявляться. Уже идем, значит, на любые движения вперед, и электронные варианты принимаем, значит, и задним числом оформляем. Но вот результатов все меньше и меньше. Наверное, потому все-таки, что очень мало кто знает, чем занимается и чем должна заниматься Федерация. А вот даже сегодня у нас очень быстро возникло несколько предложений, значит, вот руководители секции, которые находятся, мы предлагаем, позвоните нам, мы для вас готовы организовать конкретную лекцию о безопасности в туристических путешествиях. Мы можем приехать к вам, или вы можете приехать к нам, у нас сейчас есть помещение, мы готовы пойти на встречу. Ну и вообще для того, чтобы как-то, значит,
формировать коллектив более тесно, считаю, что нужно проводить фестивали туристической песни. Это был хороший, большой опыт еще в советские времена. Думаю, что он вполне востребован и сегодня. А сейчас пока слово Василию Александровичу. Так, я буду без поздравлений в качестве объявления сразу деловые части прихожу. Во-первых, сегодня мы задавали здесь вопросы те, кто уже обучался в нашем учебном центре, как нам поддерживать форму. Да? Поэтому вот у нас есть в WhatsApp группа, называется «Школа волонтеров». Давайте через эту школу волонтеров, через WhatsApp определим дату, и мы готовы, ну, раз в месяц можно спокойно заниматься в нашем системном классе, он большой сейчас, все оборудование есть, горное снаряжение все есть, мы можем любую школу попросить выехать там на скалодром или веревку покинуть и так далее. Поэтому все от вас зависит, в группе, в этой группе, вот я девчатам обращаюсь, поднимите вопрос в этой группе, мы там отрегулируемся. Далее, сегодня мы создали группу соревнования по ТВТ 2020 год. ТВТ – это техника водного туризма. В прошлом году мы довольно удачно съездили, выступили на реке Горбылях на дистанции водного слалома. И на будущий год 6-7 июня, предварительно уже с Ленинградом определили дату, 6-7 июня на реке Горбылях в Ленинградском районе состоятся соревнования по технике водного туризма. Поэтому я приглашаю всех в эту группу, чтобы обсудить, централизованно, может быть, выехать туда на соревнования из Якутска. Еще ли обойдется, если все вместе? Следующее объявление такого характера. 3-5 мая на реке Тема, Дальний Восток, будут проводиться всероссийские соревнования по технике водного туризма. Да, ну, на Теме уже бывали некоторые, да? Так вот, загвоздка в чем? Мы хотим принять участие, группа водников, но нам нужно, чтобы заявиться, набрать команду 28 человек. Вот. Думаю, что десяток будет без нервы. И нам, Якутске, тут нужно набрать 18 человек. Переговоры с организаторами всероссийских соревнований мы провели. Они нас очень ждут, прислали нам положение о соревнованиях. Поэтому вот в этой группе ТВТ 2020 я выложу там все положения о соревнованиях и всю информацию, связанную с этими вещами. И следующее, что хочу сказать. Во время соревнований на реке Горбылях мы планируем провести учебно-тренировочные сборы в целях присвоения званий инструктор водного туризма для тех участников походов, которые имеют тройку участия и двойку руководства туристскими походами. В общем, для этого мы отработали вопрос с Центральной Федерацией спортивного туризма, приглашаем из Москвы инструктора, старшего инструктора, потому что без старшего инструктора он не может проводить такие школы. Вот. Так что милости прошу, и эта информация тоже будет в группе ТВТ 2020. Вот. У меня, пожалуй, все. Еще хочу добавить, что в службе спасения, в республиканской службе спасения нашей, создан новый отдел. Отдел называется так, отдел профилактики и безопасности туристской деятельности. Что это означает? Поскольку появилось слово «отдел профилактики», то профессиональные спасатели теперь будут на законных, то есть основаниях взаимодействовать с общественными движениями, клубами и так далее, и так далее. Чего раньше, в общем-то, не было, теперь, я надеюсь, что профессиональные
спасатели принесут пользу и ее проживателям в том числе. Давайте вместе работать. Спасибо. Всего доброго. Да, я еще одну вещь, извините. Разговорился, но я обязан об этом сказать. В этом году, 29 ноября, завершается проект фонда президентских грантов. Он называется «Найти значит спасти». В рамках этого проекта было охвачено профилактическими беседами, мастер-классами, программами тактика поиска в природной среде, спасатель-волонтер, в общей сложности 4331 человек. Всю эту работу подробную мы провели с вашей помощью в том числе, полностью на общественных началах. Поэтому спасибо всем, принимайте участие в мероприятии. Спасибо, спасатели. Итак, уважаемые гости, уважаемые туристы, у нас такой фестиваль, праздник проводится только один раз в год. Так что давайте уважать друг друга, соблюдать тишину. А сейчас позвольте ознакомить с программой сегодняшнего праздника. У нас проводится традиционный конкурс «Квиз приз любительских симпатий среди любителей фотографов». В конце голосования у нас будут только двое победителей номинации на зеркалка и мобильный телефон. Все фотографии имеют свои номера. Подходим, смотрим и, конечно, свой голос отдаем за какой-то номер и кидаем барабан. Да? И в конце нашего фестиваля мы будем озвучать сегодняшних победителей. Также в этом году организована выставка, ретро-выставка туристического снаряжения. Работает фотозона. И в этом году на фестивале туризма 2019 года немножко изменен формат. То есть мы долго рассказать здесь не будем, так что регламент всего 3 минуты. А расширенные встречи будут проводиться по графику. Поэтому всем желаю удачи. И давайте начнем сегодняшние презентации. У нас начинает тур-клуб «Арго». Маршрут, сплав по маршруту река Большой Ерныр, Нижнее ущелье, река Алдан. Приветствую первого участника. Добрый день. Клуб «Арго» в этот раз представляет три маршрута, первый из которых – это сплав по Нижнему ущелью Большого Немныра и Алдана до Хатыстыра. Нас шло четверо, было очень интересно, потому что Большой Немныр – это технически сложная и очень живописная река. Было пройдено 270 километров, из которых по Немныру 130 километров по полной автономии. Собственно говоря, на этом я заканчиваю. Теперь я представляю вам наш клип. Расширенную встречу мы будем проводить 11 декабря в точке кипения 18:30. Вы можете прийти и послушать нас. Thank you.
перед вами видеоотчет турклуба «Арго». Давайте поаплодируем нашим гостям. Yeah.
Владимир Морской, Вячеславу Местнику, Владимиру Ильичу, да? И всем участникам этого похода вручаются справки о совершении путешествия, пешеходного путешествия третьей категории сложности. И вот начиная с 5 класса до 11 класса с помощью родителей мы совершаем 6 таких путешественных экспедиций, основном направлены на краеведение. Презентацию вот вы видите, мы в прошлом году его представляли, поэтому мы не стали сейчас об этом говорить. Вот просто скажу выражу такие примеры, итоги. За лето из 109 учащихся, на которых было направлено вот это движение, экспедиционное летнее, 90 совершили этот маршрут. То есть 82,6% учащихся этих классов охвачены вот этими экспедициями. За эти 6 экспедиций мы провели за 66 дней всего. Вот поэтому, вот если вы посмотрите наши презентации, то увидите, где мы только не были. Вот. На этом, наверное, все. Это первое, что по нашему представлению. Сразу второе. Ежегодно совершаем вот эти основные экспедиции, мы стараемся еще и преодолевать одно-двухдневные походы, воскресные, каникулярные и так далее. Вот нынче мы совершили новый пешеходно-байдарочный переход, поход двухдневный, и об этом расскажут представители, которые там были. Это команда Сахада, учащиеся сейчас 11 класса. Добрый день. Это было чудесно. Это был чудесный опыт. Нам всем очень понравилось. Байдарка – это очень трудный. Это был очень трудный путь, но все ребята, в том числе и я, получили очень большой жизненный опыт, Мы начинали путь с Владимировки, перелегали по лесу до дошли до местности оттуда и до. Это достаточно сложный пешеходный переход с легкой там. И перешли потом на берег реки, точнее переночевали, и с утра поехали на Байдарку. Так? Сейчас еще, да? Мы думали переплыть к мысу Табака, когда там были наши все школьники нашей школы,
Вот. Должны были там организовать экспедицию, но у нас этого не получилось из-за того, что протоки были непроходные. Нам приходилось большинство проток преодолевать уже не на ногах, а ногти на нас. Вот. И последний этап, вот вы там увидите, когда дети, все мы несли байдарки на руках. Вот. Но мы думаем, что это цель безопасности, мы совершили этот переход только по протокам, не именно по фатям. Вот. Ну, я думаю, в следующем году, когда река чуть-чуть будет больше, воды будет больше, то этот маршрут можно совершить благополучно, без большой сложности. Поэтому новый маршрут, который открыли вот эти дети, будет ежегодным для наших последующих участников. Все. Это маршрут доступный для, я думаю, для большинства детей, поэтому предлагаю вашему вниманию. Ну все, довольны. Поэтому, если кто захочет пойти на тип-том, очень рекомендую. Красиво, шикарно, и адреналина вам достаточно будет. И богатый край, это Южная Якутия, стоит с ней познакомиться. Посмотрите наш ролик. Это странно, очень странно, но так больше не законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой не справиться никак. Люди косят на диване, люди едут за деньгами, убегая от игры, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Представь, что это
прощальные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за загором дайми. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за загором дайми. Посмотрим ролик.